Братфронт. Всем привет, дорогие друзья. После 2 мая в сети появилось видеообращение неких одесских дружин. Ну вот кусочек этого обращения. Или группировки «Вольный город Одесса». Берем на себя ответственность за совершенные акции 2 мая под посольством Украины в Москве и на мосту в Одессе. Ими мы хотели привлечь внимание россиян, украинцев, а также самих одесситов к нераследованию. Они берут на себя ответственность за ряд хулиганских акций. Одну из них, которую они даже показали, как это сделали, это разлили краску возле посольства Украины в Москве. Повесили там баннер на мосту, то есть по сути два таких хулиганских действия, которые ничего не значат. Ребята записывают видеообращение в масках с искаженным голосом и держат огнестрельное оружие в руках. Ни один из серьезных бойцов никогда не будет держать оружие с пальцем на спусковом куртке. Это нельзя так, это табу. Записывая видео. Ну, конечно, если это не сомалийские пираты, которые там шмаляют в воздух. Для меня кажется очевидным только одна цель таких акций. Это выявление, несогласных, так грубо говоря. То есть, после трагедии в Одессе 2 мая, все пророссийские силы, они затаились, видя, как людей сажали в тюрьму, убивали, зажигали. Люди побоялись, и они затаились. Но сейчас... Ну, а их же нужно как-то выявлять, подоставать их из норок. Вот для этого была и сделана такая отличная, как на мой счет, провокация, чтобы люди увидели, что есть некая сила людей с оружием, которые готовы бороться. Ну, непонятно, правда, за что и для чего. То есть очередной сепаратизм, очередная война, очередной раскол Украины. То есть к чему они призывают, мне непонятно. Я не поддерживаю, я осуждаю это движение. Я вообще считаю, что это движение там сделано господином Аваковым для выявления несогласных с трагедией 2 мая и вообще всех так пророссийски настроенных граждан Одессы. Берегите себя и держитесь от них подальше.